Давай нам, ну. А я на Апель. Ну, север БК закрываем, да? Да, 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 давай на фул уйдем. Часа полтора. Да там мы сейчас быстро пронесем. Главное не падать. И чтобы дым-дымыч нам трэш лишний не ловил, блин. А то он любитель собрать весь трэш. Да, ну, тут он быстро... Репу качает он везде, блин. В каждом инсте. АОЕ, два вора и ДК. Трэш будет просто заливаться на ура. У меня пэты могут агрить трэш. Что-то они могут. Прыгать будем. Кто не умеет, тот будет прыгать. Т4 моба сагрился. Там моб сагрился, но... Да? А чё, не можете встать? А пошли уже, беги, моб ты сагрился. Войд всех мобов агрит здесь. Репа фарм устроил себе. Хорош там агрит. Что за репа здесь? Ну, вот этого инста. Зачем этого? Покупайте накидку и качайте репу, которую вам дается. А если никакую не надо? Тогда никакую не надо. Сейчас сагрятся справа. Подождем. Забьем. Стоп, моя руда. Не успел. Тебе надо? Слышь, ты дым, если я упаду, ты будешь за рудой потом бегать, не знаю. Я тут, главное, трэш бью, а он тут за рудой, они там делятся ее, кто чья руда. Ты профу качаешь или нет? Нет. Я просто, когда вижу руду, я сразу... У него этот кремень на голове. Я это так, я эту руду продать не могу. И слитки адамантит, у нее руда нет. Выставил 5 стаков, что-то до сих пор не купил. Я не стаки, я выкладываю по 5 штук, по 8 голды, и у меня их расхватывает. Руду саму, да? Саму руду. А, ну значит профка. Сколько ты за 5 штук просишь? 8 голды, 5 штук, ну, пачка 20, это получается 32 голды. Понятно. А так кто? Кто продаешь? Адамантит. Какую руду? Адамантит. Работа должна продолжаться. Много нужно для проб, для деликов тоже. Один кто там? Кто там? Надо будет тоже попробовать руду продавать, они такие идут. Электрик-то, ешь, зря получается зерно. Босс нужен был, а ну. Я вот не пойму, честно говорю, шаманом отбежал сразу, у меня ж выпал босс, я сразу же отбегал. Что-то или неправильно отбежал, что у меня туда ударил босс.
прыгнем вниз. Че, у тебя 53, а крит не воет на хп? 56 у тебя. Че, друид хилить-то будешь или сейчас умрем? Тут не умираешь. Если плюс хп было, то не умираешь. Стоит в стенке где-то хилит. Там что, опять мана кончилась? Угу. Насилу я когда-то такой. Типа были времена, да? Да, тебе походу спиздили. А я тут ходил с 200-м итем левелом про товаром по часу, короче, одной РБК закрывал. Это вообще поначалу вообще просто время впустую. Ну там ОД падало, вот это шмотки покупали там. Такие за 800-600. Думаю, кто меня бьет, а меня микстурка колотит, аж подпрыгивает, меч свой закидывает, блин. У нас раньше гильды не такие. Поначалу это горожан ломали. И статика еле-еле там собиралась. Мы по 3 часа, по 4 часа. Я не могу атаковать эту цель.
прикольный босс. Такая вообще ништяк на воде, да? Что он там с тобой делает? Не знаю. Ну, поделяй. Лимон говорит, ты лучше поцелуй меня, чем убьешь. Чешется, бородок чешет. Котик. Ой, не знаю, что ты там ему чешешь. Алк, нельзя музыкальный режим включить, как в Дискорде, и херачить. Что там, Яшма. Меч какой-то говне. Прикольный, светится. Давай, next. 11 минут мы затратили. Час делов и все БК закрыты. Чуть-чуть, в принципе, побольше. Ну чё, кто там не нажимает? О, нормально. С скелетиками, моя любимая. Давай, собирай здесь всех, чтоб я умер. Это где глаз этот ссаный, да? Да, вроде. Самое конченое, это с ворон. Там где тотем, эфиры, да? Да, вот это. Не все жестко, там надо контролить. Секси-залы. Не сатексы, блять, а секси-залы. Хорошее название, мне нравится, секси-залы. Я уже, говорит, с ними дружу, да? Загнали. Они все загнали. Мне нравится ходить с варом, еще чтоб один фурик был, и если ретрики есть хорошие. А вообще трэш просто. Ой, ты что-то заносишь на ворот. Он, походу, по жизни танк просто. Опоздал, да, он? Мне очень помогает чар, слышишь? Которая делает бега. Помогает чар руду на ноги. Ты смотри, Войду, я тоже зачарил. Поставь ему первую, а не вторую. Вторая дает просто больше скорости. Не чарь ему вторую. Чтобы он не догонял тебя, да? Да, он отставал все время. Думай, чарить чар. У него перехват надо, наверное. Поставь ему фул выносливость. У него и так тапки. Да тогда устойчивость ему, да и воткнем.
Да не, я его буду обгонять, он только на инже меня сможет. Так хорошо небес работать на них, прям сейчас. Символ, короче, ставит на 15 секунд и бегать с ним. Полый символ. Когда в 200-м сюда приходишь, вот вайпаешь ты на этом боссе постоянно. Босса нету. Там, кстати, не скинул вайп. Это был 200-й левел, мы выживали как могли. Да это смысл, там даже не стаки скинул, там танк не успевает стаков скинуть, он столько накапливает, потому что все тут ДД только и бегает туда-сюда, туда. Дамага нет, ничего нет. Я бегаю за скелетом или от них? Роми дал вихрь его нет. Друль, кидай корни на будущее, чтобы они на месте стояли, если тебя бьют. Я знаю, они на тебя бегут. А потому что ты хилишь этого, вот этого танка. Если ты танка хилить не будешь в этот момент, доты не кинешь, на тебя никто не побежит. Смотри, перед комнатой. Да, перед комнатой могу снять ходки, там похер на ревностный. Если будут ходки, они будут на тебя бежать. Поэтому кидай, когда я пачку соберу. Так удобнее будет. Тебе и мне. Пускай лучше танк умрет. Конечно. А вы стоите. Чардж боишь покинуть тело. А ты выкопал руду в прошлой комнате? Да. Блять. Пока чаржу во всех пока не сделал, блин, потом сразу сдох.
Это со своими монетками по 4 голды. Ну а видишь, вид корня. Здорово. Ну, молодец. Довольно сразу полегче жить стало. Чё говоришь? Вон, получился на да, херню. Все, если даже скелет срывает, и только один раз его ударяет. Вроде не Новый год идет, а все шапки раздаю. Кстати, в анхоликах шарите ж, правильно, я так понимаю, кто-то. Скажите, на РПБ он. Так, если... О, секси знала. Я РПБ не надевал. Нет, в Анхоле РПБ не надо, ему нужна сила. Да, это я-то понимаю, но просто мы тут начали насчет РПБ немного в Анхоле, по-моему. Да, блин, и в РПБ тоже можно играть. То есть набрать где-то процентов хотя бы 50 игнора. 50 со шмота собирается. Под 60. Не знаю, у меня все на хосту. А, ну, у меня... это видишь, там... это гир пока что. Вы путаете с фростом. Фроста можно одеть и так, и так. Фроста нужно на арку одевать. Ну, начался этот секси гребаный символ, блядь. Друид резко, у меня маны нет. Да, он зайти тут может, он сразу возле портала. Потому что воет все в ХП не кричит, так бы я бы еще жил на 2 секунды больше. Кто куда вообще бежит? Кто направо, кто налево? Просто я как бы не знаю насчет хвосты. Хвоста набирается сережками. Нужна ли она шмотка?
Стоп, гарга мобов агрит. Возвращаемся. Друид руки вверх поднял. Сдается, походу, да. Видишь, как удачно сходили? Я три шмотки забрал, две на танка, одну на фурика. В смысле, откуда ты забрал три шмотки? И ВК, там и ВК, шмотки. И РСК. А вы еще в ВК бы? Да. Но оно бы не убили. Я говорю, вот, по-моему, оно бы под сопротом не убили. Там сопроты вообще не решат ничего, у нас ДПСа не хватало. Кстати, тут по идее весь почему-то Сирус переделан не физ дамаг, а именно вот в магический дамаг. Да, да, так же само, как вот эти все данжи, которые герои, они больше заточены под РДД, СПДшников, короче. Ну, тем более, если так, если они заточены под РДД, значит нужно собирать СПД и миликам отдавать необходимые слоты для бафов в онле. То есть нужна каска, там, крест, кулак, прот, 4 бафа, 4 пала. Вот. Нужен АДК, ну, 1-2, если есть БДК с когтями. Не, я за то, что можно и миликами проходить, но больше заточка идет, ну, понял. Если под РДД заточить, значит, не собирать СПД. Маги, локи, совы, шпресты, кто там еще? Все. Я вот обожаю СПД. Мне они больше нравятся, им проще управлять. Их меньше надо хилить. Люди не сладко знают, что надо делать. Ты решил от миликов избавиться, да, значит? Я решил не избавиться, я решил миликам как бы дать ровно столько, сколько нужно дать для нормального рейда. Дать выходной миликам. 10 миликов в рейде включают то там. Все, 8 миликов кап для 25-х. Ну, целка там в РС и сетап. Такие, да, они очень эффективны. Доказаны неоднократно. Там и все бафы, и ДПС есть, и сетап есть, и вообще в таком рейде просто тупо приятно находиться. Эх, придется по-другому. Хотелось взять Зулама, но Джин заточен под музыку больше. Именно последний был. Да, баланс должен быть. Не сейчас.
Что-то будет отъехал. Тормози, тормози. Смотри, как он медленно копал перед тобой. А тебе на что нужна туда? А он продает, он же барыга. Он тут честно, знаешь, что говорит? Ты, говорит, купи за десятку, давай продадим за двадцатку, пополам поделим. Чисто офигеть, что мы рис убили. Чё говоришь? Офигеть, что мы рис убили. После босса давайте еще одного завалим. Ну что, а вызов может? Да, да. С этим тоже долго ходил. И топор на фурик этот носил. О, кто это? Ничего. Танкуй! Кто это такой? Это босс призывает, вот квест делаешь тут. Тело болешки, так что тело не победит. Кто выиграет, может и пропасть. А долго эту цепочку делать на него? Минут 40, может быть, меньше. А где вообще хоть делается интересно? Не полезу. Сейчас, секунду. Это просто дополнительный лед, ой, этот, ОД и плюс еще лук. Возле Манагорн Ультри там сверху получается такая, как палатки стоят. Подождите, я перезайду, у меня пэт забагался, я без пэта бью. Чего, это первый раз лада бил? Ага. С него тело, кстати, очень хорошо продается. У меня бывало так, что я его за полторуху продавал. Что, боешка? Что у нас? Три инста, да, пройдено? Кто лидер? Уральник, дай пати ему. Получается, остаются бастионы, кузня крови, нижетопь, еще что-то, ситекские. Сексизалы. Че, давай сейчас бастионы будут. Регайте. Залы будут. Сексизалы будут. А, нет. Кузня вообще. Так, сейчас я...
пока привяжу. Сейчас я быстро отойду. Использовать эту способность не достаю слишком далеко. Нужно подойти поближе. А Хилл тоже с нами, нет? В этом, в Дискорде. Вот смотри, это знаешь почему он агрит? Это он проверяет тебя, как ты будешь хилить. Я с ним ходил хилом, блин. Так это они тебе данжи проверяют. Даже иногда не смотрит, мана есть, у тебя нету, просто танчишь, а ты как хочешь избегаешь это. Ты чё палишь меня? Да потому что я сразу говорю, как есть. Помню, как я друидом прикуривал, блин. Я ему кричу, мана, стой, он, вау, я говорю, сейчас тебе руки дам. Я люблю хилам создавать нештатные ситуации. Блин, я люблю, когда до меня, потому что рассчитываю скиллы и таунты, а когда вы бежите, мне приходится непланированно прожимать таунт. Меня это бесит. Ты кнопки нажимаешь быстрее, я тебя дрочу. Знаешь, я считываю, я вижу, ага, 4 секунды, я кину в этих мох, 2 секунды, я в этих кину щит. И все, нахуй. А вы начинаете агрить, и я, моя ротация, которую я планирую, вы мне ее сбиваете. Что морете? Какого хуя мы умираем, блин? Там друида бьют. Ну, неплохо. А что с моим персонажем?
А, во. Был в контроле. Войт, а ты чё? Войт, а ты не любишь, да, подрезать на сухожилие? Ой, ты кидать. Броню. Не. Я люблю вздыхать. Руи, поднимай руки вверх. Нештатная ситуация пошла. Друидом прикуривал. Сзади. Выбрать цель.
Красиво, да, так вихрь дал, бес сдох. Ну, со сразу раз такой лапу откидывает, ну. И чарж тоже, чарж все такое, моп умирает. Ну чё себе, как он ломится, смотри, друид в самом конце. Чё именно? Ломится наш танк. Зачем ты убегаешь? Ты туда лучше беги, чтобы быстрее там уже этого начать. Да вы тупо делаете, я их агрю, они меня прибегают на эту точку и не кастую. Зачем бежать туда? Ты рыгаешь. Ты слышал, как он шипит? Он рычит? Если бы ты не забегал бы, у нас бы хватило бы дамага, и мы бы уже убили. Вам надо было хосту брать и убили бы. Да лут какой-то говно падает. Где сердолик и где оцелик? Прикольно, что у нас, в принципе, никогда не вешается на инст. Как это? А когда быстро сильно проходишь, то вообще КД вешается. Да, это мы там быстро идем. Мне кажется, это пофиксили, честно. Смотри, смотри, уже за рудой побежал. Давай, давай, дым ты, мы чуть догоняем. Кто выкопал-то? А кто выкопал? Я. Ой, лол. Через, говорит. Не тому ты боб дал. Он там все просчитал, сейчас я боб дам. Ля-ля-ля, побежал за рудой. Да я отдать могу, в принципе, мне не надо. Потом буду бабки возбрать. Я уже наизусть, он ее наизусть уже здесь выучил. И реги тут на чарке тоже Роме отдам. Это уже дело принципа. Первый выпуск. Тут босс прикольный. Я, кстати, не понимаю, как некоторые его танчат так, что спор вообще нету. А некоторые прям все в спорах будет вообще. Как они водят? Его когда быстро водишь, он вроде споры срет сильно. Видишь, он начинает бегать, потом срет сильно споры. Просто водить надо его и все по кругу.
Нет, нет, вот его можно не водить, и он будет меньше срать. Если он начинает двигаться, он типа срет. Не, просто грибы вырастут и вайпнемся. Из них надо отходить. Я понимаю, я говорю за то, что можно, чтобы минимум грибов было. Я не знаю, тут места много. Дай ему стан. Лужа домашняя. Потом открыть старые видосы, где я 200-м здесь бегал, так там вообще по полчаса боссов били. Нет, а его здесь можно просто поставить, и споры вообще не будут. Не знаю, как это они делают. Так как-то танки там его ставят правильно, или я не знаю. Текстуры, наверное. Не-не-не, просто посередине ставят его, и все, и спор нету. Прикинь, свалиться вниз сейчас. Кто-то ушел вниз. Это наш хил, кстати. Нет, это танк наш упал. Хил наш здесь упал, а танк вниз упал. Пойдем, догонит. Давайте быстрее до руды дойдем, может. Тут-то бобы сейчас некому раскидывать, так что копайте быстрее. Что там наш паладин? Запарился, куда бежать? Ой, не-не-не, туда зря пошли. Вы сейчас друида задрочите, он скажет, ну вас нафиг, я больше с вами не пойду.
Мне однажды босс выкинул воду здесь. Вообще классно было. Интересно, рейдовая РБК пройдена на фул тоже ИП дается? Нужно больше ярости. Что значит рейдовая РБК? Чё тут? Не рейдовая, гильдейская. Я бы давал. Это такой вопрос, его надо рассмотреть. Нет, РБК нет, я бы давал за помощь, когда гильдой собираешь убитие боссов на категорию. Вот за это я бы давал. Да там они зергаются, что там давать, 100 ИП-шки. Нет, то, что гильда, чтобы отзывалась, то, намного да, больше. Да, помогает. Чисто из-за этого, что люди отвлекаются, а не так. Потому что бывает иногда тяжело собрать, народ не идет никуда, да и... Медведя будем бить? Просто если будем бить, ты его в сон кидай. Подожди, куда ты пошел, блин? Теперь все медведя бить. О нет, что происходит? Он тебя швыряет. Это снова была внештатная ситуация. Да мишка, наверное, нужен. Да мышка зачем? Мишка же есть вроде танк. Тогда сова. Ты всегда делай хила и еще кого-нибудь, да и все. А ты был тогда, Лимон, когда супа у нас была? Лимон! Музыку слушает меня.